Re, viss ēters ir te. Желающих нет. Предприятие «Аэропостзелцелелейне» завершило процедуру закупки на разработку проекта мультимодального железнодорожного терминала «Рейл Балтика» в Саласпилском крае. Ни одного предложения получено не было. Лето прошло, и мы не получили ни одного годного заявку на тендер, и поэтому прекращаем, скоро переработаем, оценим, как улучшить наши просьбы, и тогда еще раз будем объявлять этот тендер. Очевидно, что эти местные и зарубежные консультанты не сумели формулировать свои команды местным. Опыта такого нету. Предполагается, что территория Саласпилского грузового терминала площадью 150 гектаров будет граничить с основной линией магистрали «Рейл Балтика» на протяжении 7 километров. На терминале будет организована перевалка контейнерных грузов и соединение железной дороги с портами и аэропортом. Здесь же будет сервис для автоперевозчиков и складская зона.